«Ангара». Новая тяжелая российская ракета стартует с космодрома «Восточный» в декабре 2023 года. А в эти дни Роскосмосом принято решение, что стартовый стол для «Ангары» начнут возводить уже в феврале 2019-го в рамках второй очереди строительства космодрома. «Ангару», которую мы будем ставить на «Восточном», она отличается от той «Ангары», которая есть на «Севере». Это другая, новая. И даже машина, сама ракета будет, благодаря ученым-конструкторам, эта машина будет мощнее, эта машина будет более энергоемкая, и эта машина будет более дешевая, эта машина будет однозначно конкурентоспособна на мировом рынке, и это будет лучшая из ракет, которые мы имеем сейчас в мировой космонавтике. Работы над «Ангарой» ведутся несколько лет, а летные испытания ракет этого семейства начались 9 июля 2014 года, когда с Северного военного космодрома «Плесецк» впервые стартовала легкая версия ракеты-носителя. И уже в декабре 2014 и тоже с «Плесецка» состоялся первый испытательный пуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Стартовый стол для «Ангары» создается для «Ангары» всех видов, то есть «Ангара-1-2» и «Ангара-А5» тяжелые, в том числе «А5П» пилотируемые. Этот стартовый стол гораздо должен быть мощнее, чем стол под «Союз-2», потому что этот столб уже под тяжелую ракету, а не под легкую. Поэтому там совершенно иные требования к нагрузкам и к безопасности. Ракета, названная в честь Великой Русской реки, вобрала в себя все лучшие достижения советской и российской космонавтики. От успешных стартов «Ангары» во многом зависит будущее нашего космоса, в том числе полеты на Луну и Марс.